Возведение самого здания полностью закончено. Купола для храма изготовят мастера из Волгограда. Это займет около 2 месяцев. Если все пойдет по плану, установят их уже к весне следующего года. Мы до этого как-то у нас шло нормально. Купола, конечно, для нас была тяжелая такая проблема, потому что единовременно 1,5 миллиона требовалось. Сейчас эта сумма есть. Я надеюсь, после установки куполов опять мы более-менее в таком быстром режиме будем дальше продолжать работы. У нас есть договоренность с Верстуниным Владимиром Петровичем, который еще совсем еще на изначальном этапе нам пообещал, как только будут поставлены купола, с него колокола. То есть звонницу мы будем делать. Он пообещал нам, мы знаем Владимира Петровича как человека слова. То есть уже этот вопрос, в принципе, я считаю, что решен. После водружения куполов останется только установить окна и завершить отделочные работы. По словам главы сельского округа, двери храма откроются для жителей Виноградного уже весной следующего года. В помещении будет продолжаться ремонт, однако залы будут пригодны для ведения служб. Счета, на которые можно перевести средства на строительство храма, по-прежнему открыты. Реквизиты можно увидеть на нашем сайте. Чтобы упростить перевод, попечительский совет планирует привязать счета к номеру телефона. Так пожертвовать символическую сумму на отделку помещения можно будет в режиме онлайн.